Следующая маска, о которой я хотел бы рассказать. В нее входят опять три ингредиента. Это касторовое масло, настойка стручкового перца и один яичный желток. Вот так это все выглядит. Берем одну столовую ложку, наливаем нашей спиртовой настойки стручкового перца в пиалу. Дальше. Одну столовую ложку нашего касторового масла. Опять в пиалу. И третий ингредиент — это желток. Так же самое его отправляем в пиалу. Очень хорошо венчиком все легенько так взбиваем. Все, образовалась такая желтенькая масса из наших трех компонентов. Теперь мы можем наносить ее на корни волос. Идеально с такой маской поработать один раз в 10 дней 3-4 месяца. Потом делайте перерыв пару месяцев. Можно повторять. В этот перерыв пару месяцев, конечно же, пользуйтесь другим любым моим рецептом из этой серии. Итак, берем нашу смесь и просто начинаем массажными движениями втирать в голову. Мы втираем, то есть покрываем голову данной смесью, плюс мы делаем массажные движения. Они разогревают кожу, поры расширяются и хорошо впитывают необходимые ей полезные вещества. Также начинает гоняться кровь и с этими полезными веществами и происходит тот положительный эффект, который нам нужен. Активизируется работа фолликул, и волосы впоследствии, когда вы будете много-много раз делать эту процедуру, уже начинают быстрее расти. Соответственно, так как активизировали все процессы, и сами волосы, качество волос будет намного-намного лучше. Вот такой отличный рецептик на сегодня я вам и рассказал. Всем удачи и мир вашему!